панда FFX. Ебать, у него состав. Опа, мне пандос 2000 задонатил. Панда, хорош, спасибо. Ну что, друзья, город засыпает и просыпается мафия. Сегодня мы будем донатить стримерам за различные задания. Названия таковой этой рубрики нет, но, кратко говоря, вы так знаете, как бы ее суть. Я даю какие-то задания стримерам, они их выполняют. Если выполняют успешно, то непосредственно я доначу им бабки. Неспроста я сказал фразу о том, что город засыпает, потому что сейчас на часах 3:30 утра. Повеселимся, так что если вам нравится эта движуха, не забудьте поставить лайк. Лайки действительно меня мотивируют на то, чтобы я делал подобный контент. Я так подумал, блин, сливая на эти тоти карточки по 50 тысяч рублей, все равно ничего не падает. Кстати, в прошлом видеоролике вы понаставили очень много дизлайков, мне даже на секунду страшно стало. Опять же, я приводил в пример Кастро, который также закликбейтил. Но при этом у него всего лишь 700 дизлайков. Как говорится, аудитория оказалась не такой тупой. На самом деле, это был социальный эксперимент. Ну а так, если честно, мне немного обидно стало за то, что, бля, я 50 тысяч сдонатил. Вот кто-то писал, бля, на отъебись записал. Ну как бы это на отъебись не было. Я 50 тысяч потратил на паки и по итогу нихуя не поймал. И у меня в душе реально был груз, типа, блядь, я полтос задонатил, мне нихуя не упал. Ты своей башкой думать должен. А ты просто соотношение лайков, дизлайков говоришь, мол, это людям заходит. Бля, ну вот реально, вот за такие комментарии я прям респектую, потому что вы действительно не схавали это дерьмо. Я лично признаю, что это было некрасиво с моей стороны, но все равно, блядь, горчинка с мыслью о том, что я потратил полтос, было грустно. Но при этом я как бы опять же рад. Без рофлов, без иронии, без всякой хуни. Респект пацанам, которые действительно писали, что это полная хуйня. Но у тебя, в отличие от Германа и Кастро, аудитория не говноедов. Мы выезжаем на охоту, заходим к каналам Фиферам. Так, тут стримит Гандикап. Очень забавный мужичок. Ебать, у него состав, я в ахуе. Бля, даже у топ Фиферов нет таких составов. Вы посмотрите на этого мужика. Я в ахуе. Уже утро. Утро, да. У меня 6 утра уже. Доброе утро, у меня 3:20. Чуваки, 27 числа Эвертон сыграет против Лестера, и мы вам с котиком подскажем, где можно сделать ставочку, где код. На сайте OneX. Ссылочка будет по закрепленному комментарию, или же вы можете просто перейти по QR-коду. А если вам нужны монеточки, мой сайт PandaCoin поможет вам в этом деле. Давайте я ему задам просто один простой вопрос. Любимое гражданство PandaFX. Кто знает, тот поймет, о чем речь идет. Я вообще не знаю, смотрит он меня или нет. Просто вот такой лайтовый вопросик. Если он ответит правильно, скину ему косарь. Мой никнейм будет Ночной Дозор. Это кто там у нас проснулся? Время утра. Дальний Восток? Ночной Дозор. PandaFX, это про стримера ты мне говоришь? Любимое гражданство? Стример, да-да, стример. PandaFX. Главное, чтобы им в чате не подсказывали. Италия! Best FIFA пишет. Италия. А почему Италия, не понял? Бля, ну он повторил, блядь, за чуваком, который написал комментарий, блядь. Италия сказал. Он даже уточнил, типа, а, это стример? То есть он не знает, что я занимаюсь, наверное, YouTube деятельностью. Ладно, учитывая, что действительно это будет нечестно по отношению к другим стримерам, которым я буду задавать всякие вопросы, наверное, все-таки остановимся на том, что он не ответил на этот вопрос, потому что, опять же, в чате написали о том, что это Италия. Бля, вот этот момент, конечно, я не учел. Так, нашел я одного такого чувака, у него один зритель на стриме. Блять, а у него даже нет плашки доната, лол. Бля, ну этот чувак с виду играет уже 100-й матч. Но если посмотреть на эту плашку, действительно можно предположить, что он играет 100-й матч. Сколько? 90 матчей, бля, ебать, реально? Блять, я просто на рандоме сказал 100-ка матча, а у него действительно, блядь, 90 матчей. Охуеть, ебать, я угадал, блядь. Понимаете, я просто по визуальному облику уже могу определять, сколько человек отыграл матчей FIFA. Ладно, так или иначе, я ему задаю тот же самый вопрос. Ночной Дозор, спасибо за полтинник. Хорош, спасибо. PandaFX, любимое гражданство. И? Ну, то, что он постоянно мечтает вытащить крыши. Было, наверное, Португалия. Ну и там же спасибо, скобочки, там же скобочки. Блять, акул, CSGO, ты что, ебанулся, что ли? Какое нахуй CSGO, который Global Offense лучше, чем кальян курить? Ладно, если честно, мне его чисто по-человечески стало жалко, у него всего лишь один зритель, он в 6:30 утра только лег, и давайте ему поддержим настроение, так скажем. О, чё, PandaFX, 800 рублей, что? Блять.
Он пропустил гол под мой донат. Страшно, да ну нафиг. Сори. Да ну нафиг, 800 рублей. У меня глюки, мне кажется. Да все нормально, нет у тебя глюков, настоящие 800 рублей. Да ну нафиг. Панда, хорош, спасибо, бля, 800 рублей, нифига себе ты настроение поддержал. Мне просто сейчас бешеный, братан, настроение. Твое здоровье. И прошу заметить, у него микрофон круче, чем, бля, у того же Германа или Классику. Никогда не устану над этим смеяться, сори, Герман. Посмотрите, как чисто и классно звучит его голос, блядь. И всего лишь один человек смотрит. Блядь, ну обидно за таких стримеров на самом деле. О, видал, гол забил. 1-1. Бля, ну вид у чувака прям максимально серьезный. Даже не знаю, что его спросить или какой челлендж ему задать. Похуй, давайте я спрошу то же самое. Блядь, я забыл, блядь, поменять никнейм. Но он обычно по сотке кидает, это, наверное, какой-то его подражатель. О, он не поверил, он думает, что я подражатель. Как ты думаешь, какое любимое гражданство у Panda FX? Ответишь правильно, покормлю. Ну, типа... А, любимое гражданство? Да. Ну, Италия, конечно. Да, он ответил какое верно. Какое еще может быть любимое? Италия, Италия, да, красавчик, он ответил верно, и я не могу как бы не отблагодарить его донатом. Так, сколько ему там нужно, чтобы поесть? Так... 50 рублей, ага, это получается 1950, если меня математика не подводит. Ну и не забывайте про мой промокод Пандос, он очень классный. Опа, мне Пандос 2000 задонатил. Да. Спасибо большое, Пандос. Ну, кстати, да, Пандос, если ты смотришь, если я смотрю. Нужен диджей на какое-нибудь мероприятие. Обращайся. Может быть, я обращусь, если будет какое-то мероприятие. Возможно, он какой-то ролик записывает. Так, ребята, идем искать next стримера. Угу. Вот он сидит такой красивый. Канте 89, Решфорд 86, команда красивая. Правильно. Давайте я ему челлендж дам. Если он запихнет своего Решфорда и Канте в СБЧ, я ему задоначу, пусть будет так, 4000 рублей по 2 кэса на каждого, чтобы он квикнул своих красных игроков. Ёбаный в рот, так это не мой аккаунт, блядь, было бы мой аккаунт. Ребята, вы бы за 4к скинули Рэш и... Бля, это не его аккаунт, сука. Бля, ну это неинтересно, когда кто-то бустит чужой аккаунт, нужно искать чуваков со своими аккаунтами. Я, честно, вот сейчас иду рандомом, я не знаю, кто у него в клубе самый хайрейтовый игрок. Если он готов будет квикнуть самого хайрейтового игрока, скину ему 3000 рублей. Ну, типа, это ни туда, ни сюда. Я, типа, не знаю, кто у него самый хайрейтовый. Вдруг по итогу окажется, что у него самый хайрейтовый — это какой-нибудь Решвард. Вот это будет фейл. Так что давайте, я иду на слепую войну, отправляю ему донат и пишу, если ты квикаешь самого хайрейтового игрока, то донат тебе 3 косаря. Точнее, не квикаешь, а отправляешь СБЧ. Ночной дозор какой-то мне кинул 50 рублей. Спасибо, ночной дозор. А ты что, не считаешь березутских братьев березутских? Какие защитники-то были в ЦСКА? Что, блять? Как кинуть игрока в СБЧ самого высокого оплата? Какого самого высокого оплата? Круйф и... Круйф? Ну, кто у тебя самый? Я не знаю, кто у тебя самый крутой, но, видимо, Круйф. Видимо, Круйф. Мне уже предлагали челлендж тут. И чё? Ничем хорошим не закончился. Кинул ещё один донат. Чекаем. Так, он завис, он о чём-то думает. Так, а вот у меня самый высокий рейтинг будет. Бля, у него Мане самый высокорейтинговый. Не Круйф, блять. Да, точно? Да, да. Точно? Самого высокорейтингового. Да, ты да. Сам сказал. Да, я сам сказал, точно, точно. У меня самый высокорейтинговый облак. Блять, это облак, сука. Давай, кидай 3 косаря и скину его в любой СБЧ. 3 косаря улетели, ребята. О, нихера себе. Реально прислал 3000. Так, все, пора заканчивать стрим. Что-то мне захотелось спать. Панда FX. Панда FX. Короче, FX. Панда FX. Ну, ты же не подписан на меня, да, панда? Все, респект, да, он слил облако. 3-5. Так, стример Магуизи. Это самый популярный стример на данный момент в FIFA комьюнити. Я даже на него подписан. И для него есть такой челлендж. Он открывает один промо-пак. Если ему падает волкаут, я ему доначу 2 косаря. Вот, откроешь один промо-пак. Если падает волкаут, кидаю 2 косаря. Как думаете, пацаны, это хорошая сделка? Это прекрасная сделка, я тебе базарю. Потом попадем в ролик Panda FX. Блять. Давайте так, если даже не будет волкаута, я скину ему бабки за смелость. Потому что это не его аккаунт. Бля, у него тут какая-то разборка питерская, блядь. Я жду ответа на донат, а он
разборки, ты нахуя ливнул, блядь? Что, блядь, здесь нахуй происходит? Я не могу понять, короче, какой-то артхаусный стрим, блядь. Кто-то дэнсит, кто-то плачет, блядь. Он никак практически не отреагировал на мой донат. Ну, сказал, что это не его аккаунт, и, в принципе, забил хуй. Хотя мог перейти на свой аккаунт и заработать баблица, ну ладно. Ну и давайте, последний стример на сегодня, FIFA Virus 2020. Какой бы челлендж себе дать? Ты и так проигрываешь. Тупо предложу ему челлендж, чтобы он ливнул из этого матча, не тратил время от другого чувака. Я ему заплачу косарь. Косарь просто за то, что он ливнет из матча. Блять, уже 1-1, блять. Надо написать о том, чтобы он сам себе забил, чтобы тот чувак получил победу. Ночной дозор, если забьет. Так, сейчас прочту. Блять, а он сейчас еще и забьет, блять, это будет вдвойне обидно, сука. Я, походу, выполнил задачу, да? Бля, подожди, стой! Блять, я хоть... Я, блять, не написал, что себе забил, блять. Я просто написал, забей гол. Выполнено, братан, что там, боржом? Вы прикиньте, как соперник охуел? Типа, он забивает гол, еще и ливает. Ой, странная хуйня происходит сегодня ночью. Ох, да ладно, дружище, да ладно. А ты не верил, спасибо, ты не верил. Братан. А видишь, как в жизни я бывает? Ожидал, что такое возможно? Ну, такое возможно, да. Ты, ну, что думаешь? Я похож на обманщика? Прикольно, прикольно. Спасибо огромное, брат. Да, не за что, бро. Также я мимолетный челлендж дал чувакам с канала Жжаба. Они стримят Danger Zone, возможно, кто-то даже знает их от меня. Челлендж заключался в том, что просто сделать 4 килла с дигла в запретной зоне. Записывал я без вебки, поэтому просто покажу вам мини-нарезочку. У нас челлендж на NextCut, путылян. 1000 рублей на кону. Я одного убил. Найс, у меня в секторе чел голый. А муха контроль. Да, вижу муху. Меня убили. Ой-ой, меня сейчас тоже убьют. Да, мне надо забрать того. На М. Ну не убивай. О, он здесь близко. Убивай. Ну убивай быстрей. Хорош. Минус 4 с дигла, дружище. Спасибо за косарь. Ну это ж красиво было, согласись. Это было лучше. Когда всего осталось 4, мы нашли какой-то гребаный валяющийся дигл. И убил я 3 с ним. Это ж было лучше. Ну что, ребята, это был финальный стример. Такой вот видеоролик у нас получился. Надеюсь, вам понравился. Лично я кайфанул. Всегда радует доставлять кому-то радость. Я видел, как стримеры улыбались, были счастливы, так скажем, в моменте. А если вам нравится эта рубрика, важно поддерживать ее своими лайкусиками, своими классными комментариями. И, собственно, увидимся, наверное, через недельку. Ну, если я посмотрю по просмотрам, по лайкам, по комментариям, что все окей, все зашло, я обещаю, вот прям даю обещание, что я сделаю эту рубрику еженедельной. Раз в неделю будет выходить что-то подобное, если опять же все зайдет и все будет круто. С вами был я, PandaFX. Спасибо, что смотрите меня, и всем хорошего настроения. Чао, какао.